Люди по всьому світу своїми традиціями закликають новенький рік до того, аби він пройшов якнайкраще. Але яким буде 2022? Про це нам розкаже прекрасна гостя, яка вже знаходиться у студії. Світлана Гуслякова, майстер феншуй, таролог та рунолог. Доброго ранку! Добрий день! Здравствуйте! Перед новорічний останній день 2022. Першого року. Нас дуже цікавить, який буде 2022 рік. Розкажіть нам, які його символи. По традиції ми зустрічаємося в студії, та зустрічаємося для того, щоб обсудити наступний рік. Ребят, давайте почнемо з того, що всі зустрічають зараз рік тигра. Ну, давайте вспомним, що рік тигра приходить к нам в ніч на 1 февраля. З 3 до 5 утра. А до 1 февраля, извините, правит балом бичок. Це ще бичочок. Да. І коли ми намагаємося на новогоднюю ночь поставити блюда, засервувати, скатерть, все одеться, як к встречі тигра, то ми таким образом ображаємо бика. Представьте себе, А він і буцнути може, якщо що. Да, напоследок, дуже серйозно. Ми представьте себе, що вас пригласили в гості, довго чекали, уговаривали, ви приїхали, і вам взяли білет і сказали, я уїду такого-то числа. А за 2-3 тижні вам говорять, слушай, к нам приїжджає вот подруга дитинства, мужа, сестра, мать. Слушай, ти не прийдеш жити зараз в погріб, подвальчик. Там тоже кровать, там все хорошо. Но вот как вы себя будете чувствовать? Вот точно это же мы и делаем, когда мы встречаем по китайскому гороскопу. Давайте так, у нас есть наш гороскоп славянский. Скажите, когда последний раз вы об этом говорили? Про гороскоп? Славянський. Ох, давно. Смотрите, давно. Проблема... Ще, за, здається, за князя Володимира. Да, где-то так. Смотрите, есть одна маленький нюанс. Если взять по карте расчета создания рождения Украины, мы просчитываем судьбу. Да? Мы смотрим на людей судьбу, на судьбу какой-нибудь фирмы. Но точно так же просчитать судьбу Украины можно. Так вот, по дате рождения Украины наше государство родилось под, если взять по арканам Таро, я таролог, под шестым арканом. А шестой аркан – это любовь, но также и выбор. Всегда, да, мы выбираем, кого я буду любить. Мне лучше замуж по любви или по расчету. Этот меня будет любить больше, этот меня. Точно так же Украина. И первые 20 лет мы были в очень серьезном выборе. С кем мы будем рядом, с кем... Я умная или я красивая? Вот это наша проблема. На самом деле все, да, все показатели Украины рождения государства говорят о том, что как только мы научимся соблюдать наши традиции, соблюдать то, что есть в исконном в наших землях, а у нас богатейший запас и традиций, и знаний, и умений, и всевозможных обрядов. Они очень красивые, их исполняют по всему миру. Я катаюсь по всему миру, я вижу, что это с Украины. Говорят, ой, у вас на Украине это еще лучше делают. И мне иногда очень обидно, почему об этом знают все, не знают, не знаем мы. Тобто... Все, повертаємося у Київську Русь, я зрозумів. Де було б неплохо. Лебідь, цей, Кей, Щеки, Хори, да, десь да. Київ засновують, у нас лише Замкова гора, все, вертаємося любити до джерел. Своє потрібно, це, певне, гасло повинно бути 2022 року, так? Особенно в этом году. Почему? Потому что по Таро, получается, что этот год имеет 15-й аркан. А 15-й аркан – это либо дьявол, либо Бог. Мы кому служить хотим? Мы чью помощь хотим? Нам что важнее? Это одно и то же, да? Потому что это две стороны одной медали. В тебе может быть как божественное, так и дьявольское. И следующий год очень серьезно это нам покажет. Потому что следующий год – это год резких перемен. Это год, когда вышел за хлебом, вернулся полный... Это женщины любят, да? Вернулась с красными туфлями, заодно платьице купила. Это следующий год. Это быстро, ярко, мгновенно. Здесь в цьому році теж так було. А це женские традиции, мы это соблюдаем. Це все українські традиції, я зрозумію. Ми все робимо. Це добре, що він буде такий різкий? Смотрите, я хочу сказать одну вещь, которую люди, я часто слышу. Вот этот год был плохой, этот хороший, этот будет хороший, этот плохой. Да нет хорошего, плохого.
Возьміть лихие 90-е. Хто-то став із большого начальника, став ніким. А хтось ще не народився. Хто-то не родился ще. А хто-то став очень крутим мільйонером. Успел, да, не сидел, не щелкал, що називається. Так вот, нет плохих годов. Есть то, насколько ты сориентируешься, насколько ты готов взять на себя ответственность за то, что происходит в моей жизни. Как я это создал? Классный вопрос, да? Отвечай себе. Когда что-то не так, скажи себе, ну и как я это сделал? Что я сделал? Где был я в это время? Меня выпихивали там на заднюю площадочку. А почему я стоял? Надо было идти. А що ж потрібно робити? Цьогоріч або дійсно зловити цю удачу за хвіст? В этом году очень важно не стоять в стороне. Да? Вот скажите, я в своей жизни самый главный. Я в своем жизни найголовніша. Да. И Женя там зараз по ту сторону экрана. Найголовніша. Ребят, я хочу вам сказать, что правда. Смотрите, когда мы говорим, что вот мне надо, женщина говорит, я купила тому, 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 мужу, детям купила, внукам. О себе. Да, о себе. А о себе я купила что? Я сижу и страдаю, блин, опять мне ничего не досталось. Я говорю, вы с собой ведете сами с собой к себе отношения, как будто в карты проиграл, да? Все, без вариантов. На самом деле, этот год говорит о том, ты все, что ты дашь вовне, ты получишь. Мы так живем вообще на самом деле. Все, что мы делаем для других, мы посылаем себе на завтра. Так вот, в этом году это особенно важно. Важно посылать себе радость, любовь. Смотрите, с приходом пандемии мы увидели некоторые, что меняются важности, да, приоритеты. Нужно не ждать, когда я заболею, потом пойду к доктору. Нужно подумать, что нужно сделать, чтобы не болеть. Mm-hmm. Нужно подумать, что нужно сделать, чтобы моя семья была здорова. Да? И я очень всем вот просто предлагаю, давайте с этого года, вот прям с сегодняшнего дня, начнем заводить в своей семье традиции, от которых мы не будем отходить. Помните, каждый год 31 декабря идем в баню. Баня. Да. А мы каждый год 31 декабря, например, садимся вместе. Вот видите, как в разных странах люди садятся с семьей. Зачем? Сказать Богу спасибо. Сказать благодарю за то, что я имею, за то, что живы все мои. Или кто-то ушел, светлый ему путь и светлая память, вспомните его. Собираются для того, чтобы поблагодарить, подвести итог. Вот в этом году, а что мы сделали не так? Или, может, мы что-то не доделали? Вот такой корпоратив внутрисемейный. Зачем? Чтобы сказать, вот смотри, ты умничка. В этот день вообще мерили детей рост. При встрече Нового года детям мерили рост не на день рождения, а на Новый год. На день рождения не мерили рост. Почему? Потому что считалось, что в день рождения ребенок оставался без ангела-хранителя своего. Он шел на доклад Богу. Что сделал? Да. Дуже зручно мерити зріст на Новий рік. Можна зарубки робити на луці дерева, десь на ялинці. Ми, пані Світлано, дякую вам за те, що ви сьогодні розказали усім вінничанам про те, чого очікувати на 2022 рік. І хочеться, аби ви їм і побажали чогось бажано хорошого. Я хочу пожелати землякам, всем українцям і вообще всім людям міра. Хочу пожелать мира в душе, мира в семье, мира в небе. Хочу пожелать нам не сидеть в стороне, не ждать, что придет добрый царь и что-то за нас сделает. Возьмите ответственность за свою жизнь, за свою семью, за свою страну, каждый сам на себя. И давайте хотим жить в чистой, красивой стране, давайте будем умирать и сажать цветы. Давайте будем что-то менять в себе. Избавляться от плохого и, наоборот, приобретать хорошие качества. Давайте будем помнить о наших традициях. Да, говорил Шевченко, научайтесь с чужого, но свого не цурайтесь. И хочу всем пожелать обязательно здоровья, обязательно радости, благости и удовольствия тем, что мы уже имеем. Да? Хочу пожелать всем, чтобы мы в следующем году встречались и, знаете так, по-хорошему, по-доброму хвастались. Вот у меня получилось. Я мечтал, у меня вышло. Мечтайте. Обязательно мечтайте с семьей. Обязательно в эту новогоднюю ночь дайте слово своим детям. Пусть они расскажут, какой видят они семью. Помните, следующий год – год людей, которые смелые, которые готовы делать на поступок. И думаю, у вас все получится, у вас все будет хорошо. И у нас... Давайте! Ура! За такі сміливі побажання. У нас є така традиція, ми перед кожною рубрикою випиваємо ковточок. Ми вже почали традиції за вашою порадою, так? Тому вітаємо вас також з прийдешнім 2022 роком і бажаємо, щоб Всесвіт завжди для вас був цікавим і аби ви його з легкістю читали.